Сегодня набрали 2 очка, довольны собой. Я доволен, что команда выиграла. Очень скоростная игра, как вы считаете, кому это было на руку больше? Вам или так слабовато все-таки? Ну, я думаю, обе команды очень хорошо катаются. Партнер мой тоже 1+1. Ну, очень скоростная игра была, потому что обе команды катаются очень хорошо, и было мало удалений, и играли 5-5. Очень хорошо. А что вы можете сказать о сопернике? Салават не самым большим образом начал сезон, и вот возможно разыгрываться. Ну, Салават играет очень хороший хоккей, атакующий хоккей, и они доставляли нам очень много проблем. В средней зоне и в нашей зоне они очень хорошо контролировали шайбу. В нашей зоне очень много опасных моментов, и наш вратарь подтащил нужный момент. Скажите, а кого бы вы выделили из команд соперников? Я не смотрел за этим. В смысле, вы не знаете, да, кто выиграет лучше? Не, я не смотрел, я не следил за командой соперника. Скажите, как вам играется в КХЛ? Хорошо. Самое главное — играть в хоккей. Вы ждете, когда локал закончится? Давайте упустим этот вопрос. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.